Опоздай баночку. Так, так, всем привет, и сегодня у нас будут необычные напитки. Сейчас со мной, короче, сидит не Макс, а Диман, почему-то. Вот, Макс отказался снимать. А, нет, он снимает, он отказался, короче, ну, снимать вот это вот. Короче, у нас будет сегодня кола зеленая Life, или White, Life, короче. Чупа-чупс. Это самый, короче, дорогой. И вот, я даже не знаю. Так, Доктор Пеппер всем известный, он очень старый, но тоже как бы необычный. Я его давно вообще не видел. Ну, можешь, кстати, еще приближать, я не знаю, чтобы там на нем сфокусироваться. Ну, его четко видно. Доктор Пеппер. Так. Ну, и это я даже не знаю зачем. Зачем? Выходил как-то раз к Пепси, типа 1960 года, ну не знаю. Еще мы, короче, сегодня зеленую колу сравним с этой. С обычной колой сегодня купили. Вот. Попробуем, чем они вообще отличаются. Поможет Диман что-нибудь раз. Отвечай, Миша. Я думаю, сейчас мы начнем с вот этой вот колы Лайф. Сейчас мы ее откроем. Вот, и будем ждать Димана. Выключи. Выключи. Твоя стакан, короче, принес. Да. Так это Макс стакан. Да. Давай наливать. Кстати, реально очень интересный вкус. Ты кто тебя научил колу-то наливать? Вот так, ну. Короче, сейчас попробуем зеленую колу, интригочек. На запах какой-то очень странный вообще. На запах как обычная. Нам сейчас оператор может что-то сказать. Что это такое вообще? Она как перец. Действительно, это обычная кола, опять же. Сейчас. Странная кола какая-то. Такое ощущение, как будто она разбавленная, пацаны, вообще не болит. Yeah. Без сахара. Да? Мне кажется, красный лучше, чем зеленый. Ну да, вот сахар поменьше. Но стоит дороже. Стоит дорого, никто не покупает. И вы, походу, не покупаете. Не понравилось. Я после этого это попробую. Заебаночка. Я посмотрю, сколько там сахара. Ё-моё, что-то я много накинул. Нормально. Не все заклеено. Отдирай. Не, пацаны, я удивлен, не очень хорошую сторону. Кола мой любимый напиток, но почему-то зеленая нет. Однозначно нет, если увидите, не берите эту фигню. Диман, ты английский знаешь? Я знаю. По 5-бальной шкале, ой, по 10-бальной шкале сколько ставишь? Нет. Давай 10-бальную сделаем. Сколько ставишь по 10-бальной? Семерку. Семерку? А не многовато? Нет. Обычная кола, реально. Нет. А ты попробуй, вот обычная стоит. Да, я еще попробую. Давай по обычной коле мерить. Если обычная кола 10 из 10, то зеленая сколько? Ну, получается, да, так и выходит. Либо 8, либо 7. Если по коле равнять обычный. Ну, сам попробуй. Послаще. Она послаще и немного даже вкус другой. Такой более привычный, не странный. Сколько ставишь? Так и будет 7. Да. Я, наверное, тоже, наверное, поставлю 7. Вот, не буду 6 ставить. Не, промолчу. Не, ну ты уж поставь, если хочешь. Не так, думаю. Короче, сейчас у нас будет Доктор Пеппер. Старая легенда. Ну, знаешь, что-то написано. Ну ладно, нам важен только Доктор Пеппер, больше ничего.
На запах пахнет настоящей вишней. Косточка, вернее. Не самой прям вишня, а вот именно косточка. Это вейп-патруль немного переходит. Ну а как еще тогда вейп-патруль снимать? Тогда лучше напитками. Давай пробовать. А, для этого у нас еще есть, кстати... Блин, продается такая еще штука, как Cherry Fresh. Вот, я думал, что это подобие, когда Доктор Пеппер попробовал. Доктор Пеппер... Не знаю, сейчас... Доктор Пеппер более такой натуральный. Более натуральная такая вишня. Хоть и все, наверное, понимают то, что это не натуральная вишня. Она больше похожа на натуральную. Вместе с косточкой, вместе со всем. Такой вот вкус. Прикольный очень. Вот именно Доктору Пепперу бы я поставил 9 из 10. Потому что один балл я снял из-за того, что мне не совсем нравится. Вот этот вкус натуральный. Лучше бы его сделали более, может быть, химозным и послаще. Не, лучше бы сделали его послаще и все. Сладости ему не хватает. Ну так, приличный такой напиток, прикольный. 9 из 10. Ты как, Диман? Ваше мнение? Аналогично. Вот после вкуса у него получше, чем у Cherry Fresh. Прям натуральный, да? Вишни. Вишневый такой вкус. Как будто компот вишневый выпил. Дайте я оценю. Ты открой. Давай. Давай. Дальше. Показывай, короче, на камеру. Дальше у нас чупа-чупс апельсин. Так вот выглядит. Тут все на японском, корейском, китайском написано. Давайте мы его откроем. Погромче что-то еще говори. Запахло прямо на нас. Ананасом? Вроде апельсин. Ой, да. Во, вот это, мне кажется, будет вообще охрененная штука. Она самая дорогая, если что, из всех. Кредит брали. Стоит очень дорого. В районе 1000 рублей. Ладно, шутка, это 200 рублей, 250, наверное. 100. Почти 150. 150. Не знаю, что-то я уже... Я не помню, сколько он стоит. Что-то я погнал не туда. Апельсиновый сок газированный. Апельсиновый газированный сок. Но вот с неба я придрался. Цена слишком высокая за такой вкус. Вот, хоть и вкус бы я, может, и поставил бы 10 из 10. Вот, я и поставлю ему 10 из 10, но цена у него, лучше мы не будем его в счет считать. Он очень вкусный, да. Он вообще легальный. Я его только в магнитах видел. Но я не понимаю, чем он на чупа-чупс может быть похож. Вот, называется чупа-чупс, а на чупа-чупс не совсем похож. Не знаю. Обычный апельсиновый аквалей, если кто знает. Я думаю, шестерочка. Старый. Я не знаю, буду я ему 10 из 10 ставить уже. Дайте попробовать. Не, он слишком дорогой. Лейс. Бля, это вкус. Пахнет апельсином. Он... Ладно, вот за то, что он как аквалей, я ему, наверное, поставлю. И у него цена такая большая. Ладно. Не, аквалей не очень, Диман. Это лучше? Да. Ой, Коля, привкус какой странный. Ну это десяточка будет, ладно, десяточка, все. Не, не десяточка. Или... Ну, дорого очень. Цену будем приписывать, да, типа? За цену можно съездить. Да, конечно. Ладно, вкус, конечно, 10 из 10, мы, наверное, за вкус... Ой, блин, за цену, за такую, не советую его было брать. Последнее. Последняя, самая дешевая из всех. И самая обычная из всех необычных напитков, которые у нас сегодня в видосе. А какого обычная? Пепси. Должна быть Пепси 60-х или 50-х годов. Что тут написано?
Тут написано, что это Пепси. Пепси 1960 года как будто. Ну, выходила такая, типа, штукенция у нас. Летом. Ну, не ладно. Фокусируется что-то. На руках только. Ну, ты подальше сядь. Ты можешь просто это приближать. Не, ну это самое видно, надпись. Внизу не видно было. А. Что-то я много газировки. Вот очень сладко. О. Прям чувствуется. Слаще, чем кока-кола? Наверное, сейчас будет самый сладкий. Да. Вот Пепси самая сладкая из этих всех напитков. Не мог поспорить бы, если вот это, но это мы в счет не берем. Мы ее так для сравнения взяли. 11 грамм углеводов. 11 грамм. Интересная информация. Да. От дяди Васи. Это более нормальный из всех этих вот напитков, более такой спокойный. Ну что уж там говорить, это стандартная Пепси, только почему-то изменили этикетку и все. Больше ничего почти. И десяточку. Хотя она немного отличается. Я покупал их обои, вот две. Вот обычную и такую. И какая-то кола еще 90-х или какая была у меня Пепси кола. Они отличаются. Но если их вот рядом поставить и вот так вот попить, а так отличие не увидите, если будете по одной покупать. По отдельности. Но я не удивлен, я думал, мы от этих напитков все удивимся, нормально так. Но получилось как-то, я не знаю, как обычно это получилось, или нет? Как всегда. Кто у нас победитель будет? Пепси. Да, как ни странно, будет у нас победитель Пепси. Вот, самый обычный напиток. Нет, там намешайте. Намешайте мне там еще. Я жду. Так и мне надо еще намешать. Да. Нормально так получилось. Дымон, дымон. Ты, наверное, так знал, что белый лист положил. Победитель. Что-то прямо это рыгать тянет. Давай, Димон, сделай. Я это вырежу. Так попробуй. Не надо? Думаю, нет. Да нет, это ужасно. Пользуясь случаем, я хочу прорекламировать свой ВК. Я свой переходить по ссылке. Ссылку оставить? Да. Инстаграм Вася1337. Ну, если в друзья, конечно, будешь добавлять. Там обычно моя свинг. А что сейчас будет за вкус вообще? Вот кто владелец свинок, обязательно подпишитесь на мой инстаграм. Таких нету. Таких есть. У всех есть морские свинки. У меня нет. У меня нет, у меня кот. Чтобы 2500 подписчиков было. Сейчас оценим. Вот он, победитель. Все вместе. Микс. Зашел так. Вот такой я купил бы за сотку. Не, реально прикольная такая штука получилась. Да, только очень дорого. Когда еще такой попьешь? Раз в жизни. Раз в месяц. Если вам понравилась такая рубрика, что мы что-то покупаем, пробуем, пишите в комментариях. Что-то мы есть? Скоро попробуем, короче, дошираки, дошики. Еще попробуем дешевую лапшу. Сделаем такое, как у Хованского было, бич-закупка, только у нас будет немножко по-другому, я так думаю. Плагиат. А что-то японское у нас будет? Ух. Товары из Японии. Не знаю, что-то прям плохо немного становится. Да? После столько газировок, я не знаю, не советую вам столько газировки пить. Ух. Да. Я предпочитаю более нейтральную газировку покупать.
Это сильно газированные напитки. Так может быть на какой-то праздник, да, вам, наверное, сойдет купить это. Все дела, может быть. Счет для кого-то. Что ты так близко снимаешь? Все, выключай, Миша. Не надо. Давай пить. Да. По ссылке в описании переходите. Могу. Короче, ссылочка будет на Макса, на Димона. Инстаграм. Инстаграм оставить? Ну дай мне тогда, короче, этот ссылочку. Группа ВК. Группа ВК, это подписывайтесь, там выходят некоторые видосы, которые не уходят на канал, поэтому подписывайтесь. Иногда в группе бывает чаще, чем на канале выходит видео. Или когда на канале видео не выходит, бывает в группе выходит, уже был такой случай. Вот, поэтому подписывайтесь. Это как второй канал, только там выходит видос, который на YouTube вообще никак не попал. Да, для тех, кто интересуется пару. Да, выпьем, который интересуется, можно. Подписывайтесь на канал. Желательно на этот. Подписывайтесь, да, желательно на этот канал. Давайте наберем 1 000 000 подписчиков. 1 000 000, пацаны, давайте из этих 1000 выйдем вообще. Вот, чтобы этого 1000 не было. И желательно, чтобы 1 000 000 мы набрали. А? Желательно, чтобы мы набрали. Чтобы мы набрали, да, желательно, да. Вот. Ну, вот конечно, это ты чихнул. На других подписываться, но давайте 1 000 000 наберем. Вот. Чтобы мы прям офигели. Мы будем для вас еще круче контент снимать. Насколько вообще это возможно. Все, я не могу, вообще жесть. Блин, тут только на Пепси такой код есть. Ну куда мне тут? Какой код? QR-код? Реклама Apple в прямом эфире. Зачем я видос включил? Не знаю. Сканирую. Зачем тебе Facebook? Не знаю. В QR-коде он. Facebook Pepsi. Че? Я тоже хочу. Какую пушку пробовал? Пробовал. Хотя нет. Вот тут... А, тут тоже есть QR. А че, нет, что ли? На иске есть, а на семерке нет. Вот кто говорит, что способы нет, не работают? А. С айфоном. Помнишь? Че? А вот здесь нет. Помнишь, в интернете, в ВК, короче, способ такой был? Типа, отошли друзьям 5. Потом у тебя под подушкой будет айфон. Вот Димона сработал. Что сделать? Выпить там что-то, короче, воды. Потом... Да, хлопни 5 раз. Да. Вот, и у тебя под подушкой будет айфон. Кто говорит, что такое не работает? Работает. Да. Как видите. 7 айфон. Скоро, кстати, ждите, как установить GTA San Andreas на iOS-устройство и еще и на Android. Пираты. Просто скачайте. Да, или используй GS-пираты. Да. Не, ну мы вас не заставляем это делать. Вы... Что тут у нас написано? Чем вы занимаетесь? У нас тут написано, ну, про кого, вот про эту, типа, тут. Чё? Можете сами посмотреть. А, это вот. Да, это то, что здесь. Состав? Написано. Состав, да, написан весь. Это было не обязательно. Да. На чупа-чупс есть? Чупа-чупс? Нету на чупа-чупс. А вот такой сможешь сканировать? Вот эту? Да. Не, вы чё? А эту нету? На это тоже нет, что? Ну ладно, все, пацаны, короче. Будем заканчивать. Ставим лайки, как всегда, короче. Подписываемся на этих 3 человек, понимаете? Я... Вот. Будут выходить еще, может... Не знаю, летсплеи, я не знаю, когда они будут выходить. Потому что у меня микрофон сломался. Нет, не микрофон сломался, эти наушники немного. Поэтому я не знаю, будут они выходить когда... Вот. Ну, тоже ждите, может быть, что-то и выйдет. А так пока что ждите бичи с ними всякие. Еще может быть что-то подобное. Вот.
эксперимент. Эксперимент, кстати, к которому мы подготавливались тоже. Погода хреновая только. Да чё, какая погода, блин, все от нас, погода, погода. Более подходящая погода, найдем, все нормально. Ты что ты делаешь? Ладно, все, всем эксперимент. Пока. Все. I'll be so, I'll be unhappy, I'll let you go.